Вы шумите здесь, почему? Я не шумлю. Вы только сейчас двигались, скамейку шумели. Я не шумел. У меня есть свидетель, я не шумел. Камеры все зафиксировали. Составляйте протокол. Составляйте протокол. На место. Зачем? Я женщина. Или поставьте, пожалуйста, на место камеры. Там, где они положены стоять. Ну, здесь им положено стоять, я хочу здесь сидеть. Здесь нету. Почему? Здесь не положено стоять. Ну что? Ирина, снимай. Снимай. Что вы делаете? Не ходите, пожалуйста. Будем вставать, Петр. Нет, вы не хотите? Камеру в карман. Не надо. Камеру в карман. Не подчиняться не хотите? Камеру в карман. Не подчиняться. Камеру в карман. Законы. Место свободного. Очень много. Камеру в карман. Съемка здания суда запрещена. Не дает. Да, на свои. Вот это. А мне может назначить? Выйди, пожалуйста. Интересно, у вас смотреть, как он нравится. Спасибо, молодцы.
Ирина, рюкзак. Пропусти. В чем проблема? Ну меня-то пропусти. Не понял. Ну пообщаться. Пропусти меня. А меня почему? Пропусти меня. Конечно, конечно. Вам никто не препятствует. Ну как? Ну давай подберемся тут. Мужчина тут куда уволокли? Куда уволокли? На улицу? Так, уволокли, да? Моего друга. Скажите, а куда мужчину потащили? Не видели? Не видели. Они где-то там, по-моему. Куда он, лопы? Сергей. А? Молодец, извините, пожалуйста. Сын торопится. Да, 10 к нам, да? А что случилось в отношении моего свидетеля Петренева? Физическое насилие было применено к нему? Кем? Поскольку? Вы принимали участие в этом преступном деянии? Не, его не было. 2484, вы видели это событие, о котором я сейчас говорю? А кто из сотрудников был? Полный? Полный и... 2503. А седой? Худенький? Да. Ага. Ничего не напали. Угу. А это было вот около двери заседания? Я в зал сюда зашел. Ну вот они... Ага. А судье можно вопрос задать? Помощнику, секретарю? Можно послушать, скажи? Нет, отойдите, пожалуйста. Нет, вы говорите, отвечайте. Если нельзя, скажите. Вы прекрасно понимаете, мне нечего вам объяснить. Нет, нет, можно? Вот у нас сейчас запустили, обед кончился. Помощник. Мы хотим обратиться к помощнику и секретарю. Почему нельзя? Почему нельзя? Потому что... Постучать можно? Сказать, что Зяблицев здесь, защитник. Доложить, чтобы знали, что я здесь. А вы кем являетесь? Защитник. Ну, судья знает об этом. Я подъехал против этого романа «Физическое насилие». Здравствуйте, Зяблицев здесь. Уважаемый секретарь Силаева, я хочу вам вопрос задать и Савинцевой, и судей Бибиковой. Да. Силаева, значит, услышал, что я здесь, выгнала и закрылась опять. Мальчик 2484 не пускает нас. Давайте сообщите Силаевой, что вы ждете. Сообщите, пожалуйста, Силаевой, Савинцевой и Бибиковой, что Зяблицев здесь. Пожалуйста, вы меня не указываете, вы кем являетесь? Сообщите, пожалуйста, я говорю, вы слышите мою формулировку? Сейчас услышу. Не обязан. Отойдите. Можно я постучу? Вы толкаете меня? Почему вы меня толкаете? Не мешайте. А кому? Секретарям, судьи, сбегайте, снимайте. Отвечайте, на каком законном основании вы здесь стоите? Это допрос? Это вопрос? Это допрос. Можете, хоть как хотите формулируйте, ответьте главное на этот вопрос. Понятно. На каком законном основании вы здесь находитесь? Что вы здесь делаете? Около кабинета. Вот ведь нарушает порядок. Он препятствует защитнику обратиться в канцелярию или к секретарю помощнику за судебными решениями.
чтобы ответить на это обращение. Вызывайте полицию. Мы сделали это. А сейчас вы продолжаете нам препятствовать обратиться к Силаевой, к Савинцевой и Бибиковой? Мы хотим у секретаря и помощника получить все решения по нашим заявлениям, по апелляционным жалобам. А также хотим получить все ответы на наши обращения о представлении доказательств. С этой целью я здесь. Вы нам запрещаете это сделать? Мы пришли реализовать процессуальные права. Через процессуальные права. Мы это сделали в виде заявления, а теперь мы за готовым результатом пришли. На основании наших заявлений. Мы подали, 4 месяца ждем, а вот сегодня пришли. Этот я вопрос хочу не вам задать. Препятствуйте. Доступ. Я слышал, что это безопасность. Кого безопасность? И от кого? Да, вы не понимаете. Вера, кого и от кого безопасность? Мне с вами бессмысленно общаться. Отвечать на вопрос. Отвечайте, а вы не обеспечите безопасность. Водите вместе со мной в кабинете и обеспечьте безопасность кого-то от кого-то. Прямо сейчас со мной зайдите и контролируйте. Так, пристав 20503. Вами было осуществлено физическое насилие в отношении Петренева? А где второй этот? С ним, который был там, сидит, не уходит? Ага. Так. Здравствуйте, Силаева. Я хочу вам вопрос задать, ответьте, пожалуйста. Нет, это Сил... А, ну я не знаю, кто такая. Нет, не Дементьева. Нет, нет, это не, я пока не знаю этого человека. Значит, что мы сейчас делаем? Сейчас закончится обед. То, что ты мне написала в скайпе, я сейчас озвучу, если меня допустят. Ты знаешь, что с Романом? Это кончилось, Сергей. Роман, сказали перерыв, да? Нет, все вроде как бы. А, закончил? Я знаю. А. Ну, я не знаю, потому что я протокол на меня составляли в этот момент. А тебя опять утащили в эту комнату? Да, утащили по уваге. Ага. И там скрытно, в кулуарной обстановке, против тебя протестировали материал. Вам сейчас пойти к приставам и потребовать копии вот этих видеозаписей. Это ваши доказательства, ваши документы, они обязаны. А тебе копию протокола выдали? Я так думаю, что через ГУВД действовать, потому что от них это может быть. Так, все понятно. С ним даже в принципе ничего не стоит. Даже даже рублей за заикаться не стоит. Так, я могу от судьи получить решение, в каком тазе заседание сегодня прекратилось, либо оно продолжается? Обеденное время кончилось, доложите, пожалуйста, секретарю и помощнику. Хочу расписаться в расписке, на какое время следующее заседание назначено, если оно еще не прекратилось. Вы меня слышите? Будем молчать? Может быть, там полицию вызвать, чтобы его подвинули от этой двери? Хорошо, мы это сделаем. Мы уже сделали это. Роман вызвал полицию в отношении преступных действий, в отношении него. Поэтому... Так, так. Я сам, наверное, буду покороливать. Хорошо. Что, какой главнокомандующий? Слушаем. Ну, вы себя так ведете, что вы здесь начальник какие-то. Здесь источник власти, народ, да? Источник власти. А вы должны служить народу, служить народу. А вы кому служите? А вы кому служите? Вы должны, может, сказать, почему вы здесь стоите, для чего вы стоите, и какую конституционную цель вы тут преследуете? Я не знаю, кто там орет. Вы препятствуете реализации прибора. Конституционных прав стороны защиты. Я думаю, это бессмысленно. Это непонятно, мы вам объяснили. Теперь вы поняли. Теперь вы совершаете преступление по статье 285 УК. Пусть ваш мяч. Практикант пришел. Практиканты спускают, а защитника не выпускают, да? Да. Силаева, я расписаться хочу в следующем заседании. Объясните, почему мне сейчас не пускают к вам вопрос сюда? Почему постановление им выдаете на руки? Вы терроризируете их. Каким образом? Обычно. Давайте разъясните, пожалуйста. А вы что, маленький человек, чтобы вам объяснить? Ну не оскорбляйте просто по существу ответ. Давайте. В смысле? Я с вами не хочу общаться. Ну, по существу ответьте, пожалуйста. Почему вы не препятствуете мне войти? Ничего объяснять не буду.
Почему? Сейчас он все выдаст. Именно по существу, вы обязаны разъяснить по существу. Вам же нужен документ, а не зайти, верно? Да, постановление на решение. Так что можете успокоиться. По нашим жалобам, заявлениям. Расписку можно заполнить. Протоколы получить каждого заседания сегодняшнего. Наверное, дадут, я не знаю. Я хотел бы узнать, когда дадут. Сколько ждать? Ты что сказал? Ну, не знаю. Нет, Сергей Николаевич, вчера написали, после заседания приготовьте и выдайте. Мы пришли получить протоколы, постановления, получить. Пристав, отойдите от двери и пытайтесь получить протоколы и постановления. Пристав 2503, ваш коллега запрещает мне войти в кабинет. Пристав 2503. Игнорирует. Что вы говорите? Да не, ничего. Не говорит? Я нет. Сейчас я позвоню, убедите. А вы сам с собой разговариваете? С чего взять? Ну, вы кому-то сейчас обращались, и никого вокруг у вас нет, кроме меня. Вы сам с собой разговариваете? Здравствуйте, у вас около двери стоит защитник Зяблицев, и пристав его не допускает войти и получить постановление протоколы. Подождите, с кем я разговариваю? Защитником Боханова Иванова Ирина Александровна. А вы кто, Силаева? Проси. Трубку бросила. Вот сейчас мы в полицию позвоним. Давайте через полицию будем выяснять. Почему нам не дают никакие судебные решения, никакой информации не дают? Ирин, ты всегда спрашивай фамилию, чтобы на видео у меня фиксировалось. Я записываю. Это была Силаева, но нам нужен ее голос, чтобы она... Нет, это была не Силаева. Савинцева, да, помощник? Савинцева. Почему сейчас Савинцева бросила трубку на звонок Ивановой, как вы слышали? Вот почему? Нам этот вопрос нужно выяснить. Откройте дверь, задайте вопрос Савинцевой. Почему она в ответ на то, что представилась Иванова, бросила трубку? Я подойду к приемной, заявление подам. Силаева и Савинцев, сообщите, что я там буду ожидать. Силаева, сейчас кто телефонную трубку на звонок Ивановой принял? Вы? А вы почему бросили телефонную трубку, не ответили на вопросы Ивановой? Может быть, сейчас вы дадите ответы? Иванова, задай вопрос Силаевой. Почему защитника Дядрицева не запускают в кабинет, не выдают постановление, протоколы, не информируют о ходе судебного заседания? Силаева, отвечайте, пожалуйста. Игнорировать будете обращение Иванова и Зяблицева? На каком основании вы принимаете решение игнорировать? Силаева, что сейчас в заседании происходило в мое отсутствие? Каким образом я это могу узнать? Я хочу протоколом ознакомиться. Когда я смогу его получить? Мне ни один протокол не выдан до сих пор. Силаева, можно с вами поговорить лицом? Повернитесь ко мне. Пожалуйста. На, снимаем. Можно я знакомлюсь с Силаевым? Так, Силаева, дайте мне расписаться. Силаева. Ну, Сергей, ладно, не дают расписаться, иду. Ну, хоть на словах пускай скажет. Силаева, на словах хотя бы скажите, я на видео запишу. На какую дату и на время назначить следующее заседание? Я остаюсь в неведении. 14.30, 15 февраля. Почему не расписываетесь? Вы это уже прыгаете. Так, убежала. Силаева, я буду находиться в канцелярии, ожидаю, когда вы мне расписку предоставите. Буду подавать заявление. Где постановление, Сергей? Где постановление? Да, я сказал. Она все слышала, что я ей говорил. Вообще все информацию скрывают. Какой смысл говорить о следующем заседании? Вообще непонятно. Но сегодня они... Слушай, сегодня они категорически ведут себя вот грубее, чем всегда. Я думаю, знаешь, что ли, помоги снять надо? Смотри. Ну-ка, дай. Ну-ка, покажи. Сними куртку, покажи. Так, что это такое? Это что, а во сколько это произошло?
Сейчас время 14:00. Примерно в 11:40. 11:40, да? Ну-ка, покажи еще раз. Поверни руки. Ага. Все, понял. Ты сопротивлялся? Ну, меня скрутили. Что, я сопротивлялся? Сопротивлялся? Нет, да? Понятно, все, спасибо. Вообще, я буду драться там что-то. Ну, ты правильно поступил абсолютно. Сергей, да. А какой Питов там стоял номер, не помните его? На входе? Нет, который вот около двери стоял. 20-484. Ага. Это мальчик, который ладошкой всегда закрывал. Где номера? Это что? Так. Это то, что я понял. Здравствуйте. Примите, пожалуйста, у меня сообщение о преступлениях совершенных в. Еще есть какие-то мои бумажки? Это защитник Боханова, содержащегося под стражей, не допускается в Щелковском суде к информации. В ходе судебного заседания не выдаются никакие постановления. Пристав номер 20-484, сайт около двери, и не впускайте его к помощнику судьи, к секретарю судьи. Кабинет 106. Пристав не пускает защитника гражданина Бога к информации. Да, к информации по уходе судебного заседания, судопроизводства. Пристав 20-484, сайт около двери. Кабинета помощника секретаря судьи Физиковой. Без объяснения причин не впускает в этот кабинет. На то, что он писал тоже. В результате защитник лишил всех постановлений по всем ходатайствам, по всем протоколам 4-4. Объяснений никаких нет. Он сейчас находится в суде, я знаю, что туда была вызвана полиция по поводу нападения Третьего на гражданина Петренева. Нет, это вам не надо. Если полиция не приедет, то нужно будет тоже дать дополнительное объяснение по этому факту. А, давай. Пошла мне мяч. Иванова Ирина Александровна. Значит, преступление совершается в отношении Дядлицева Сергея Владимировича. Боханова Александровна. Я подавал, Ирина. Я понял вас, ваше высокое. Так, подождите минуточку, вы мне скажите, пожалуйста, номер пуска. 1154. 1154. И запишите, пожалуйста, статьи преступлений, которые совершаются. 140. 140, часть 210. Заявление, да? Ты сколько, 4 подал заявление? 5, по-моему, там было. А где они под номерами? Вот так они лежали. Где? Здравствуйте, адвокат Дементьева. Свидетель Петренев вам. Здесь не дом 2. Свидетель Петренев вам передавал заявление по защите Боханова. Вы почему отказались их принять и заявить в судебном заседании? Вы поняли? А что сегодня происходило в судебном заседании? Вы намеренно с судьей согласовали дату, когда я занят? Намеренно не подождали, когда я явлюсь? Чтобы мое отсутствие провести заседание? Я больше не могу. Дементьева, что сегодня происходило? Доложите, пожалуйста. Кто вы такой, чтобы я защитник, допущенный судом. Защитник. Допущенный протоколом от первого. Или вы до сих пор не ознакомились с этим протоколом? Дементьева. А вы кто? Уважаемый Дементьева, можно с вами побеседовать? Выйдите к нам, пожалуйста. А вы кто? А вы кто? Нет, мы к Дементьевой. Я защитник Боханова. Вы что, толкаетесь? Так, зашли в кулуарную беседу. Судья не качало планирует беседовать. Сергей, вы говорите ей, что Боханов требовал многократно, чтобы она к нему прибыла. Каким образом она отражает его позицию, когда она ее не знает? Я тебе видео показываю. Ты видела, что происходило сейчас? Да. Они закрылись изнутри, и два ее сопровождающих, я думаю, коллеги, вытолкали меня насильно. Так, вы на... Здравствуйте. Не снимайте. Здание суда и сотрудников полиции. Подскажите, пожалуйста, а вы на вызов Петренева явились? Не снимайте, прекратите съемку. Он имеет право снимать здание суда и сотрудников полиции приставов. Имеет право?
Я в лесу. А вы на вызов на утреннем выявились? Я на вызов. Близко не подходите, я опасаюсь вас. Не подходите ко мне, я опасаюсь вас. Отойдите от меня подальше. Близко не подходите ко мне. Я опасаюсь вас. Сотрудники полиции, примите меры. Я опасаюсь пристава 2503. Он только что совершил преступление в отношении Петренева. И сейчас он ходит за мной, животом меня толкает. Не толкайте меня животом. Я от вас отдаляюсь на безопасное расстояние. Не идите за мной. Вы идете за мной. Зачем? Видите, что о вас говорят граждане? И что это означает? Крупный пристав 2503, который на Роман напал все это. Он, ты видела, ходил за мной, пузо меня толкал и кричал, ага. повторял видео выключить. Ага, да, так я видела. Вот надо было заявить, что он применяет физическое насилие животу. Не руками, а животу. Это я зафиксирую, мы сейчас в заявлении МВД это отразим. То есть не было никаких требований, еще не было никаких предупреждений. Они просто накинулись и применили физическую силу, заведомо незаконно. Угу. Никаких требований от судьи, спасибо за... Ирина! А никто не поступал. Ирина! Я не пойму в протоколе, вот Роман бы прочитал, что там написано. Почему они применили силу? В коридоре? Почему они применили силу? В коридоре? Ну, они в коридоре. Ну, вот что написано в протоколе, вы можете прочитать? Законные требования такого-то пристава прекратить правонарушение. Противоправные действия. И он там... А, и остаться в коридоре? И дальше что? Сейчас не умру. После чего соответственно применили силу. Попытался пройти на... Пункты 2 правила. Значит, надо, например, будет заявить, что вот этот протокол фальсифицирован, что реальные обстоятельства дела были абсолютно другие, и это доказывает видеозапись. На основании первого немедленно видеозапись, копию, чтобы вам сейчас прям дали вот эти приставы, скопировать. И уже ничего не дожидается, вам извинить прям в суд иск. За необоснованное применение физической силы и запрет пойти в зал суда. На каком основании запрещено зайти в зал суда против подряд? И требований никаких не было. Так, можно вас, пристав, который в отношении Петренева преступление совершил сегодня? Петренев совершил преступление, мы знаем. Нет, вы совершили преступление против Петренева, я так полагаю. Я бы хотел с вами побеседовать. Выйдите сюда, пожалуйста. Мешайте, я на да, ну тот. Да, он за шкафом прячется и не выходит. Выйдите, пожалуйста, сюда. Мы вопрос зададим вам и пойдем дальше. Кто старший пристав у вас? А вы знаете? Что? Пролетарский проспект, дом 1. А сейчас 1А. Кто у вас старший? Вот в вашей компании, которая сегодня в суде находится. Кто из вас старший? Вам старший нужен? Да, вызовите, пожалуйста. Здравствуйте. Нет, нам старший нужен, который здесь, в здании суда, старший, из вас, из всех. Можно у вас лично пишите? Вы кому? Не надо снимать, нас не надо снимать, как вы оставили, мы в канцелярию за вас рисковали.
могли бы оградить вот это вот, чтобы не снимали? Ну, отверняй, от вас отворачиваем. Вы нам не нужны. Вот, кому пойдете? А, Нинга, кому мы? Мы проверяли сдавать. Спасибо, напишите. Да. Обратитесь, предназначенный проспект, дом 1. У вас кто старший? У нас есть старший, здесь. Наш старший кто там находится? Нет, вот у вас в вашей компании кто-то является старшим. Наверх. Кто назначен в данном здании? Вы посмотрели, в чем мою? Могу я идти? Да, пожалуйста. Знаете, тогда дело в том, что нам нужно видео получить преступление против Петренева сегодня в 11:40. Я вам еще раз объясню. Каким образом это видео получить? Зачем вы меня снимаете? Вопрос задаю свой, фиксирую. Обратитесь в Пролетарский проспект, дом 1-1А. Угу. К начальнику судебных приставов. Можно не к начальнику судебных приставов. Угу. Либо к заместителю. А здесь-то есть начальник? Старший по ОУПД. А в данном суде начальника нет? Пристав? Нашего суда нет. Он находится в отделе. Старшего, говорит, нету здесь. Среди всех присутствующих приставов, из них старшего никого нет. Появляется Тарас. И здесь старший пристав. А, Тарашев заявляет об этом. Не вообще старший пристав, а у вас в вашей сегодняшней наш, в наличии в коллеги ваши. Был здесь. Убыл в отдел. Я вам еще раз объясню. И кто вместо него гражданин? Никого. На гражданина Петренева составлял протокол. Фальсифицировали протокол. Не составлял, а фальсифицировал протокол. Почему вы так думаете? Ну мы так считаем, потому что мы видео хотим. Кто отвечает в здании суда за сохранность видеозаписи? Вот нам нужно это доказать. Кто в здании суда отвечает за сохранность видеозаписи? Без понятия. Средствами суда. Где узнать эту информацию? Знаете, у наших старших судебных приставов. Или у председателя суда? Вы можете у председателя. Сопроводите нас к председателю суда, мы зададим этот вопрос. Ну вы пристав. Почему я должен вас? Вы пристав. Чтоб нас допустили к председателю суда Колыванова. Почему я должен вас сопроводить? Ну не должен. Мы одни можем пройти. Идите. Можно, да? Спасибо. Разрешил попасть к Колыванову. Да, хотите, идите. Я не знаю, если... А сейчас будем фиксировать. А сейчас будем указывать, почему нас Колыванов не принимает. Значит, Ирин, я вот на видео фиксирую еще раз напоследок, перед уходом. Ужас! Держи. Ага. Еще есть какие-то повреждения на шее, на голове? Ну, не знаю, это надо смотреть. Ну, покажи. Может, нет. А, ну я. Ну вот так вот, Ирин. Я просто на видео. Роман, обязательно запишите направление в правку. И, Роман, требуйте не просто видеозапись для суда требовать, но и выдать вам копию для предоставления в суд в гражданском производстве исковом. Ирин, я подал заявление выдать протокол за сегодня и по телефону и по электронке мне сообщить. Мне сообщите, на какую следующую дату назначено заседание. Хорошо. Региональное учреждение. Серёга. Ага. Управление. Да. Заявление. Поставим сейчас. Так, давай. Прошу вас провести проверку в отношении судебных приставов. А что, ты написал уже? Нет. Заявление. Так, начинаем. Начинай писать, что случилось. Полностью. Вот это у тебя будет полноценное заявление. А объяснение мы подадим дополнение на сайте МВД. Не, объяснение сейчас тоже. Роман, напиши их просто. Ладно. Не отвлекайся, что говорю, это видео. Роман, напишите, как вы вошли в зал, как вы вошли в зал для участия в судебном заседании в качестве публики. Что никаких замечаний вам никто не делал, и что сзади на вас из коридора налетели приставы и повалили на пол. А после этого, с целью уйти от ответственности, они сфальсифицировали протокол об административном правонарушении. Доказательством его фальсификации является видеозапись, видеокамеры зала суда и коридора суда, что вы требуете приобщить. И копию вам выдали. Для обжалования действий в исковом порядке. Вы много не пишите, все на видеокамере зафиксировано. Если есть закон основания, основание есть. Конференцию вот здесь. Так, уважаемые, а вы кто у нас? Фамилия ваша? Конунс, участковый помощник полиции. Конунов? Конунсов. Конунсов. Можно я номер озвучу? 01-45.
53МОО. Так, ну а в итоге-то что написать? Прошу провести проверку или привлечь к ответственности? Ну, проведем. Нет, есть уголовное дело. Проведем. Возбудить, какая проверка? Прошу. Возбудить уголовное дело. Исследуй видеозапись. По каким статьям? 285? Превышение, во-первых, там один был пристав или сколько? Два. Применялось? Двое. Два. Часть 3, 210 УК. Угу. Прошу возбудить уголовное дело. Пиши по статье часть 3, статьи 210. Ч 3. Ну, 210. А часть не стал Ч. Часть 3. Ага. УК РФ. Часть 2, 285. Запятая. Ч2. Применение физической силы. Необоснованное. СТ 285. И кто там составлял протокол? Там один пристав составлял Судаков, или да. Судаков, это третий уже пришел. Да. Руководитель пристава. Он меня, в принципе, это... Тащил, да. А, Судаков, это Седой вот этот? Не Седой, который... Которого сейчас... Да, ага, главный. А, было главный, толстый, а Седой был? Да. Трое были. Тащили только главный и толстый. Ну, не важно, где 210-й есть, пусть разберутся, кто что делал. 285-й. Так, 285-й. Фальсификация протокола. Еще какие статьи? Все? 210, 285? 292. Запятая. 292. Фальсификация протокола. Внесение заведомо нужной информации о фактических обстоятельствах. Так, все? Угу. Все, хватит. УК РФ. Напиши. Требую. Напишите, что наручники на вас надевали. Написал, причинили вам физическую боль, моральные страдания, и у вас остались пиши. Следы от наручников. Пиши, давай. Ко мне была применена... Пиши дальше. Ну, я написал уже применена физическая сила. На меня надели наручники. Написал, причинил вред здоровью, запятая. Так, причинили мне физические страдания и моральные. Запятая. Вред здоровью. Здесь внизу пиши. Мне причинен вред здоровью. А вы направление в медучреждение выпишите, пожалуйста. Так, а по объяснению... И напишите, Роман, что 19 декабря были совершены аналогичные действия теми же лицами. Хорошо. 19, было подано заявление о преступлении 17. В Щелковскую полицию. Никаких действий, предусмотренных статьями 145 УПК, не предпринято. 19 декабря теми же должностными лицами. Спровоцировано. Вот сегодняшнее преступление. Перелистывай на другой, пиши, не лепи. Угу. 19 декабря в отношении меня были совершены аналогичные преступления. Теми же должностными лицами. В отношении меня. Были совершены аналогичные преступные деяния. Ирина, напишем, бездействие позволило... Бездействие начальника полиции Рябова, бездействие начальника. Начальника МВД Щелкова Рябова спровоцировала рецидив. Очередное преступление, да. В связи с чем в действиях Рябова усматриваются признаки преступления? Рецидив преступления. Рябов, какие преступления? 292? 285 бездействия. Часть какая? Даже не знаю, часть 2, наверное. Ага. Что написал? А может, предусмотрено признаки преступления? Запятая предусмотрена. Напиши следующий абзац. Требую изъять видеодоказательства камер суда. Выдать мне копию для предоставления в рамках... И
к данному материалу, в рамках... материал проверки у 13 декабря. В рамках... для предоставления к делу в рамках гражданского искового производства. Копии приобщить к административному материалу от 5.02.18 и к материалу УД, большие буквы, УД, уголовное дело номер 1-500/17 в отношении Бохнова. Запятая. Судья Бибикова, Щелковский городской суд. Так, в отношении Бухана? Запятая. Щелковский городской суд, судья Бибикова. Тюрин, говоришь? Что они запретили войти в открытое судебное заседание публики и общественному наблюдателю Пучкову. Алло. Угу. Точка. Да. Щелковский городской суд, судья Бибикова. Что же злоупотребление? Они... Почему они находятся на Петренёва? Потому что они никому туда вообще... Злоупотребили, должностными. Ладно, давай их и посмотрим. Обязанностями. Запятая пристава. Запретили присутствие в качестве слушателей меня-Петренёва, Пучкова. Да, да, да. Ну, скажите, Иванова Ирина Александровна. Что? Иванова Ирина Александровна. Да. Стойте. Это защитник, вот она на связи. А, это она на связи. Да. Просто у нас этот вызов еще один прошел. Ага. Он пишет, что судебный пристав, такой сейчас для судей не допускает защитник гражданина Бухана. Да, да. Или это не этот курс, это другой курс. Вот. Я просила, да. Это другой курс. Другой будет отдельный. Будет другой курс. Да. По поводу того, что вам не допускают... А, получается, она в Франции, да? Да. И она, с ее слов, вы пишете заявление по ее вызову. И оформляете видеорапорт. Прямо сейчас начинаете писать. Вот курс 1.54, да? Берите ручку. Сейчас мы с этим закончим. Не, он сам пишет сам по себе, а вы пишете. Я ему сейчас выпишу справку и с объяснением не надо еще. А потом вы не успеете с Ивановой связаться. Ну как не успею? Вот так. Номер телефончика же есть. А, ну хорошо, тогда. Я в виде рапорта вот могу указать. Да, позвоните, и она вам продиктует заявление, вы его оформите в виде рапорта. Спасибо. Так. Ирин, все? По роману? По роману, да, все. Все, подпись, дата и время. Объяснение вы как хотели прислать, говорите, там в электронном виде? На сайте? На сайте МВД РФ. Заткните, получателям, да? Покажем, укажем Щелковский, МО, МВД, города Щелково. Тогда сейчас тоже объяснение тогда укажем. Указывается. Так, говорите. Ну, наверное, в Следственный комитет, я думаю, направлять. Потому что... Направить по подследственности. Следственный комитет. Здесь написать надо, да? Да. И объяснение сейчас укажем, что... Более подробное объяснение скиньте на сайт МВД Украины по данному факту, по поданному вами заявлению. В принципе, я могу тоже все объяснения дослать к этому курс через сайт. Ну и попробую через дежурную часть, если дозвонюсь, как раз рапортом отпишусь, укажу ее номер. А потом сотрудник, а электронный адрес ее вам известен? Проводить проверку. Ну, сотрудник, который будет проводить проверку, с ней свяжется и узнает электронный адрес, и она ему может там... Сергей, так это они с вами должны связаться. Это же Сергея не пускали в кабинет. Не, ну с Сергеем заявление приняли. Конкретно. Вот, а по вашему сообщению у нас другой куб. По нему тоже будет проводиться проверка. А ответы куда будет даваться? Ответы? Куда вот заявитель скажет, что да, прям. А вы с ней свяжетесь, да? Вы знаете ее адрес? Конечно. А можно сейчас, сразу написать? Мы же сейчас регистрируем. Электронный адрес, куда ответы давать? Значит, английские буквы? Ну, не на листочке, запишу прямо. Давайте листочек. Сейчас нужно вам опросить будет тех лиц, которые осуществляли вот это преступление. Запрет входа. Указанная листа 320-484. Нет, сейчас я опрашивать не буду. Почему? Это будет после регистрации данного заявления, потому что я занимаюсь приемом и регистрацией сообщений о заявлении о совершении преступного деяния. Сейчас у меня вызовов много, и я один в городе. Yes. То есть заявление зарегистрируется у нас, пишется по территориальному сотруднику. Но он заходит в день поддержки, будет здесь всех опрашивать, судить, пишет. Хорошо. Написывает на судью и входит в день проверки. Судья Бибикова, пристав 20-484, помощник судьи и секретарь судьи. Силаева и Савинцева, соответственно. Вот этих лиц нужно опросить.
Все, да. Угу. До свидания. Спасибо, до свидания. А знаете, в отношении вот этого мальчика, я защитник его, нам нужно, чтобы вы своими техническими средствами в больнице сняли у него побои в виде фотографии. Это делается у вас? Нет. А каким образом надо объективные нам получить доказательства? Вот он сейчас придет ко мне на осмотр, и будет выписана справка. А справка, это документ. А чтобы объективные вот внешние... Нет, такого здесь не делается. Может быть, это на судебной экспертизе такое делается? А мы можем все сделать же... таким образом, уважаемый? Я с пациентом... Не, мы предлагаем... Я ничего предложений никаких слушать не буду. Вот он зайдет, я ему все, что надо, сделаю. Мы в вашем присутствии сфотографируем, а на электронный адрес вам отправим. Нет, мы такого на, не делаем. Не ваш личный, а больницы ваши. Такого не делают. Нам знаете, для чего это нужно? Для приобщения к материалу уголовного дела. Вот. У него будет справка о его телесных повреждениях. Мы кроме этого ничего не даем. Там еще делается судебная экспертиза, там более подробно все эти дела описаны. Да? Да. Так что... Проходите. Вы в коридор, что ли? Ну, хорошо, ладно. Здравствуйте. Можно к вам на минуту буквально? Сейчас. Секунду. Угу. Я здесь буду. Самые документы. Класс, школа. Здравствуйте. Я привел сюда своего подзащитного. Сейчас будем справку получать, первую помощь оказывать. И, ну, у нас вопрос к вам. Нам нужно зафиксировать объективным образом побои, которые мы нанесены. А это вам нужно в травмпункт. Знаете, каким образом? Да. В виде фотографии, либо видео. Есть у вас технические средства, чтобы это делать? К сожалению, нет, все только на ваше личное. А вот если мы это сделаем, будем делать в вашем присутствии, мы можем потом вам на сайт больницы отправить по электронному почте фотографию, ага, чтобы вы это к материалу медицинской документации приобщили? И мы потом получим, да, у вас для приобщения к материалу уголовного дела. Вы смотрите, вам нужно через еще специалистов, вам нужно через травмпункт. А мы сейчас через травмпункт? Нет, это приемное отделение. Травмпункт это вот. Нет, мы сейчас туда конкретно. Да, идем. Да. А да, это да. Зачем нужно? Ну, мне сказали руководитель, вы. Нет, я приемного отделения, пойдемте. А, мы уже записались сюда, да, в очереди мы стоим. Все, это вам нужно только там-то будет делать. Ну, если, если дополнительно где-то обследование потребуется, то не вопрос, тогда через нас. Дополнительно обследовать в плане УЗИ, кровь, то да. Угу. А так зафиксировать, нет, пожалуйста, там есть доктор, пожалуйста. Ну, у него нет, говорит, технических средств. А у нас тоже. Ну, только если, на свои, если, да? Только, если только лично, да, мобильный, ну, телефон и так далее. Угу. А потом мы его на сайт отправим, эту фотографию, и эта фотография будет в материалах вашего медицинского дела. Я думаю, да. Да. Ну, ясно. Мы просто попросим, чтобы ее в медицинскую карту вложили. И по запросу сюда, чтобы выдали копию. Да, да. Спасибо, да, большое. Так. Да, разумный на самом деле доктор. Да. Вот. Мы заходим на счет. Так. Вы в коридоре подождите, не надо меня снимать. Ладно, то сейчас охрана... Доктор, знаете, мы сейчас с Али Шаховичем обсудили возможность объективной фиксации. Знаете, для этой цели, что нам предложили? Если у вас нет своих технических средств, нам это Али Шахович сообщил, мы можем в вашем присутствии сфотографировать на телефон и направить на электронный адрес больницы, который вот здесь на стенде главврача есть. Ну, фотографируйте. Для того, чтобы... Ну, я его осмотрю вот, да, сейчас, да, все, что у него найду, все в справке отражу. Да, спасибо. А там уже дальше... Да, а для того, чтобы эта вот фотография была, да, приобщена к материалам медицинской карты. Роман. Она никак не может быть приобщена, потому что нет у нас таких полномочий, давай, нет таких... На белом фоне. Пожалуйста, выйдите. Мы сфотографируем в вашем присутствии, нет, я пойду. Нет, я ничего не буду вам присутствовать. Не, не, ну, вас, не вас, руки выйдите, его. Выйдите, пожалуйста, ладно? Ну, Сереж, ну, давай я сейчас надо. Я ему все, что вижу, потом, все потом в карте. Нет, надо здесь, в кабинете. Это Иванова так говорит. Держи, нет, не шевели. Доктор, извините, мы вас не фотографируем. Мы только побои. Что это объективно, не выдумано, что вы видите, что мы я это делаем. Я все это опишу в справке. Да, да. У вас будет документ. Так. Поверни. Так. Теперь боком. Ребро, да, вот так. И теперь четыре на стороне.
Доктор, вы не думаете ничего плохого, мы просто хотим объективно доказать, чтобы потом не выдумано было. Все будет как... Ну, слушай, как обычно. Так, еще что-то есть, кроме... Все, подождите, ладно, пока. Да-да, спасибо большое. Извините. Документ выдал? На руках? Да. Ну дай его сфотографируем. Нет, вы слушайте, дай. Как фамилия доктора? Скажи, фамилию доктора мы не можем разобрать. Можно фамилии инициалы? Роман, фамилии инициалы нет, поэтому документ не имеет юридической силы. Нам нужна фамилия инициалы. Бочкарев. Бочкарев.